Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Погостим». И мы ее ведущие – Таня Сытькова и Татьяна Каурова. В этом выпуске нам бы хотелось поговорить о красоте. Красоте в обычной жизни и гармонии внутри нас. Да, ведь все помнят выражение «в человеке все должно быть прекрасно» – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Как же всего этого достичь? Будем пытаться! Итак, о самом интересном и красивом, о самом полезном и качественном в нашем городе расскажем прямо сейчас. Сегодня в программе. Что лучше, красота или польза? Как быть в центре внимания, оставаясь самим собой? Стараемся достичь гармонии в чароитовом ларце. Как создать особую атмосферу вокруг себя? Примеряем разные настроения и украшаем пространство дома вместе с еврочехлами. Иностранцы ищут душевного спокойствия у психологов. Русские в хорошей компании друзей. Радуем душу в казачьем хуторе. Красиво жить не запретишь, а жить со вкусом еще лучше. Учимся чувству стиля в салоне «Марзетти». Красота – это понятие относительное. Все-таки у каждого свое представление о прекрасном. Согласна. Например, мне нравится фраза «красота как драгоценный камень». Чем она проще, тем драгоценнее. Кстати, о камнях. Слышала, что каждый камень несет определенную энергию для своего обладателя, создает некую для него атмосферу. Да, таинство камней привлекает многих. Хорошо бы на эту тему поговорить с профессионалом. А вот для этого и направимся в чароитовый ларец. К выбору натуральных камней нужно подходить серьезно и иметь в виду тот факт, что каждый камень имеет свое определенное свойство и воздействие на человека. Камням издавна приписываются целебные и магические свойства. Кто-то выбирает камень согласно гороскопам, кто-то под имя, кто-то для привлечения здоровья, любви, удачи, денег. Камень-талисман, камень-защитник, камень-исцелитель. В чароитовом ларце все это еще и сочетается в эксклюзивных украшениях и сувенирах. У натуральных камней есть одно невероятное свойство. Своим блеском и переливом камни привлекают к себе внимание собеседника, таким образом отводя взгляды и мысли от лица и шеи человека. Тогда налаживается контакт и общение с собеседником, отводится негативная энергия. Мы всегда стараемся индивидуально подойти к любому нашему покупателю, выполнить любое его пожелание, подобрать такое украшение, которое будет в единственном исполнении и наилучшим образом подчеркнет его индивидуальность. Все это возможно благодаря широчайшему ассортименту изделий из натуральных камней. От самых распространенных и известных до редких и коллекционных полудрагоценных камней для самых тонких ценителей. Мне очень понравилось обрамление вот этого украшения, но хотелось бы, чтобы камушек еще подходил к моему имени. Это не проблема. Что бы ни придумала бурная фантазия, здесь помогут воплотить твою идею наилучшим образом. Чароитовый ларец напрямую работает с уральскими мастерами, лучшими российскими производителями по индивидуальным заказам. Очень удобен режим работы без выходных и перерыва. К тому же товар постоянно обновляется, и вы можете быть уверены, что приобретете подарок себе или близким в единственном экземпляре. Все изделия отличаются современным дизайном и высоким качеством исполнения. Это станет комплиментом вашему высокому чувству стиля. Видишь, для того, чтобы что-то изменить, достаточно просто внести какой-то необычный аксессуар в свой образ или новый элемент в дом. Новый элемент в дом, говоришь? Ну вот я, например, купила себе новые шторы, увидела их и сразу влюбилась. Но теперь смотрю и понимаю, что мебель по цвету к ним не подходит. Вот и не знаю, что делать. Да, с мебелью сложнее, но не покупать же тебе новый диван. Хотя, мне кажется, я знаю, что делать. Диван – это неотъемлемая часть любой квартиры, но с годами любой, даже самый удобный, любимый диван теряет внешний вид. К тому же при изменении интерьера он может попросту не подойти по цвету и стилю. К решению этой проблемы каждый подходит по-своему. К
Кто-то покупает новую мебель, кто-то меняет обивку. Мы же решили свою проблему с помощью еврочехла. Это полезное изобретение уже давно оценили в Европе. В России эти чехлы используют не так широко, а зря. Ведь кроме экономии у еврочехлов масса других преимуществ. Они подходят для любых, даже угловых диванов, а также для кресел и стульев. Чехол не нужно пришивать или подгонять. Удобство в том, что достаточно просто надеть его на мебель. Все еврочехлы изготовлены из материала высокого качества. Все ткани гипоаллергенные и износостойкие. Производятся по запатентованным технологиям. А также разнообразие тканей и расцветок еврочехлов позволит вашей мебели вписаться в любой интерьер. Еврочехол поможет защитить мебель от животных или же быстро сменить интерьер под новый ремонт, сэкономить на покупке новой мебели, защитить мебель от повреждений. Более того, их можно стирать в стиральной машинке. А как определить необходимый размер еврочехла для конкретного дивана или кресла? Структура чехла такова, что она очень хорошо тянется. При выборе вам достаточно знать, сколько человек помещается на вашем диване в собранном виде. Кроме очевидной практичности, еврочехлы просто незаменимы для тех, кто любит новизну. Ведь преобразить комнату мгновенно можно всего лишь изменив текстильный декор. Теперь я поняла, что лучше еврочехла может быть только 2 еврочехла. А еще лучше 4 на каждое время года. Кстати, это будет прекрасный подарок для родных и близких к любому празднику. Еврочехлы придадут мебели новизну, яркость и красоту. С ними ваша любимая удобная мебель приобретет вторую жизнь. Как писал польский поэт-философ Станислав Ежелец, повторяться каждый раз по-другому – не это ли искусство? Да, все-таки здорово, что так просто можно создать разное настроение для своего дома. Создавать настроение можно и за пределами дома. Мне кажется, ты нашла какое-то интересное место. Не просто интересное, но и оригинальное, так сказать, самобытный уютный уголок. В кафе «Казачий хутор» вы сразу попадаете в колоритную атмосферу казачьего быта. Настоящие макитры и горшки, крынки и чугунки, бутылки для настоек, бронзовый умывальник и бытовая утварь. Интерьер кафе продуман до самых мелочей. Так уютно, действительно, создается какой-то неповторимый эффект. Так и хочется стать настоящей хранительницей домашнего очага. Кстати, казачки, вечные труженицы в мирное время, были полноправными бойцами наравне с мужчинами. Минуты опасности. Казаки были очень искусными воинами, отличались хитростью, сноровкой, умели незаметно подкрадываться, часто побеждали противников, значительно превосходящих в численности. Все здесь напоминает о казачьей доблести. В интерьере оригинальные шашки, кинжалы, нагайки, бурки, папахи и многое другое. Стены украшают настоящие фотографии атаманов и их семей, ясаулов, коней и кубанские пейзажи. В кафе «Казачий хутор» находится 3 зала. Основной зал с посадкой на 120 человек, с комфортной уютной обстановкой, танцполом и живой музыкой. Уникальный VIP-зал-музей казачьего быта 19-20 века, до 30 человек посадочные места. И банкетный зал с количеством посадочных мест до 50 человек, поэтому наше кафе подходит для деловых встреч, дружеских посиделок и корпоративных вечеров. Меню кафе «Казачий хутор» включает традиционную русскую кухню, шашлык и множество блюд на мангале. Синий баркас, казачий привал, вечера на хуторе, закуска кубанца, мечта сотника. От одних названий блюд разыгрывается не только аппетит, но и воображение. Даже банальная яичница готовится по-казачьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
человеку очень близок дух братства и жажда жизни, присущая казачеству. Поэтому корпоративная вечеринка и любое другое торжество в интерьере кафе станут настоящим праздником единения и радости. Так что если хотите новых впечатлений, самобытности и ощущения другой эпохи, тогда вам в Казачий хутор. Здорово, я получила массу впечатлений. Но самое первое, уверенно, положительное. Это ведь самое главное, ведь нельзя оставить первое впечатление дважды. А внешний вид ты тоже имеешь в виду? Конечно, ведь когда выглядишь хорошо, становишься более уверенным в себе. Да, но для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно иметь чувство стиля. Несомненно, и в нашем городе есть такое место, переступив порог которого, ты уже погружаешься в эту самую атмосферу стиля. Италия или Франция? Какая из этих стран является законодателем моды? Мы намерены прекратить споры на эту тему, ведь даже большинство модных французских дизайнеров – выходцы из Италии. А вычурным моделям от кутюр, предлагаемым французскими домами, искушенные модницы предпочитают стильные, элегантные вещи итальянских модных домов. Балдинини, Фабиани, Бриони, Марзетти – об этих брендах знает каждая дама, разбирающаяся в современной фэшн-индустрии. Выглядеть по-итальянски – значит обладать вкусом. В салоне итальянской обуви и одежды Марзетти самый изысканный вкус будет удовлетворен. Для тех, кто обладает уникальным стилем, здесь открываются безграничные возможности. Эксклюзивная одежда, обувь, сумки, аксессуары дают чувство преимущества и собственной неповторимости каждому их обладателю. Мы предлагаем брендовую одежду и обувь различных стилей и расцветок на все времена года и случаи жизни. Достаточно лишь ступить на порог магазина, и вы окунетесь в волшебный мир прекрасных вещей, уйти из которого без покупки будет просто невозможно. И это истинная правда. Красивые, удобные, элегантные вещи из салона Марзетти так и льнут к телу. Сердце начинает биться чаще, так что захватывает дух. Об этом мало говорить, это нужно видеть. Коллекционные брендовые вещи относятся к понятию must-have в гардеробе каждого, кто искушен эксклюзивными творениями моды. Как здорово продумана каждая деталь. Цвет, отделка, фасон. Это все потому, что в создании такой одежды участвуют настоящие профессионалы. Она отличается не только ценой, но и качеством. Любите выделяться из толпы и быть на пике моды? Вам близки импозантные и роскошные вещи от итальянских домов моды? Тогда салон Марзетти станет вашим любимым местом. Тут следят за обновлениями в мире моды и предлагают самое лучшее от всемирно известных итальянских марок. Не напрасно слоган салона гласит: «Если у моды есть сердце, оно бьется в Марзетти». Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Надеемся, что наше хорошее настроение передалось и вам. Живите красиво, наслаждайтесь каждым днем. И помните, что любой минус можно обратить в плюс. Смотрите программу «Погостим» и узнавайте, как совмещать приятное с полезным. Вместе с вами ходили в гости Таня Сычкова и Татьяна Каурова. До встречи! Пока-пока!